Мусик и два персика, три котика дедушки и приюта. Каждое животное, подобранное и спасенное с улицы волонтером Людмилой Чернецкой, дорого одинаково хозяйке сельского мини-приюта. И неважно, сколько они прожили с ней, год или 10, она их всех любит. Уход к Васе еще раз напомнил женщине о ее старичках, о том, что они более уязвимы, они стареют, болеют, и если вовремя не вмешаться, будет поздно. Тем более все они когда-то были уличными, каждый со своей горькой судьбой и историей. Сейчас у нас очень беспокоят три наших дедушки – Мусик и два котика Персика, которые у волонтера, собственно говоря, не так уж и давно. Уже долгое время мы боремся за улучшение их здоровья. Проходим курс лечения, сдавали анализы, но этого мало. Их состояние не становится лучше. Котиков надо обследовать и узнать причину их недомогания, чтобы помочь. Отвезти сразу троих в клинику и пройти обследование нужны немалые средства, и волонтеру одной без вашей помощи не справиться. В приюте много животных, и существуем мы лишь благодаря добровольной помощи добрых людей, так сказать, пожертвованиям, которые переживают и поддерживают нас все это время. Кроме лечения животных, существует много и других проблем в сельском мини-приюте, которые мы, благодаря вам, пытаемся совместно как-то решить. Друзья, пожалуйста, помогите. Приюту без вас просто не выжить. Нам очень нужна ваша помощь. Вы все давно знаете историю и Мусика, самого старенького котика, Персика, вот этого чудо-юда, да, который остался, так сказать, в наследство от бывшего уже покойного хозяина. Ну и Персика из Таити, которого мы называли Толстунчиком, а он оказался больным котиком.